Всем привет, мои дорогие малыши-галыши. Так, это у нас обзорчик. Ну, сами уже поняли. Элблифарушек. Кстати, контейнер самодельный. Лично мной. Так, здесь у нас элблифары Веста и Венера. Вот. Так. Кстати, пока вспомнил. Пока вспомнил, немножечко увлажню влажную камеру. Да, я это делаю не заморочено, в принципе. Ну и немножко их буду увлажнить. Так, в принципе, здесь у нас, короче, две молодые самочки. Вот. Это у нас получается Веста. А вон там вверху, вон она. У нас Венера. Что-то они как-то взбаламутились немножечко. Наверное, из-за того, что я им немножко увлажнила. Ну ладно. Пусть привыкают. Так. А сейчас я попробую, наверное, их немножечко подкормить. Ну вот видите, в принципе, таракашка ползает. Надеюсь, в принципе, я сейчас запечатлю этот момент охоты. Веста заинтересовалась. Давай-ка я кину еще одного. Таракашку. Пусть лучше. С пинцета их не кормлю, потому что пусть лучше они сами как бы охотятся, добывают себе пищу. Единственный минус во всей постройке это то, что они решили сделать себе туалет вон в том верхнем углу. Ну, видите, черные там какушки. Кстати, что-то не хочет. Давайте-ка лучше помогнем. Подмогну немножечко. Иди сюда, иди сюда, жирная пакость. Может, так их заинтересует. Веста, кстати, Веста у нас, вон она, уже недавно линяла. И сейчас уже неплохо так отожрала себе бока. О, спустилась. Все, сейчас ждем ее дальнейших действий. Таракашки нас не интересуют, нам больше интереснее выбраться или посмотреть наружу. Когда снимают, мы есть не хотим, значит. Надо будет поменять им водичку, чтобы на чистую. Кстати, Венера очень даже иногда любит покусать кончик хвоста Весты. Ну, скорее всего, он просто ее привлекает.
поохотиться. Так. Извиняюсь за шум. Это наш вечно гуляющий кот. Не-не-не-не, ты куда собралась? Куда ты собралась? Дайте-ка вот так сделаю. Сейчас посмотрим, может быть, даже Венера может заинтересуется таракашкой. Ой, вроде пару дней их не кормил, а они как будто не голодные совсем. Маленькие улыбающиеся крокодильчики. А, ну, недавно вести я давал, получается, свежеперелинявшего блоберуса, таракана. Пока он был беленький, но уже взрослый, самочка и мага. Просто она очень плохо перелиняла, и сама все по размерам она мелкая была. Вот, так Веста заглотила ее полностью. Потому что размеры у Весты и таракана это просто нереально, насколько у нее растягивается пасть. Все, иди, иди, иди. Не выходите на улицу. Так, ну думаю, мы за сегодня ничего интересненького больше не увидим. Вот, а так хотелось заснять их охоту. Так, упс. Так, этого нам не надо. Вот это было очень даже весело. И интересно. Ну вот вы и увидели что-то интересненькое. Всем пока.